много было сказано, написано относительно вашей позиции по Украине. Но, будем честны, большую часть говорили и писали не вы сами, а те люди, которые говорили и писали эти статьи, говорили, что вами движет ностальгия по прошлому. Президент Обама сказал, что вы оказались не на той стороне истории. Авторы этих статей и высказываний утверждали, что вы возрождаете прошлое, хотите создать буферную зону между Россией, НАТО и ЕС. Хочу спросить, чем вы руководствовались, что двигало вами в ходе этого кризиса? Я больше был настроен на обсуждение экономических вопросов, но если вам так хочется, давайте поговорим и по этой проблеме. Смотрите, что произошло. Вот маленький такой генезис произошедших событий. Украина должна была подписать договор об ассоциации с Евросоюзом. И мы абсолютно современным, дипломатическим способом доказывали, что предложенный документ не соответствует как минимум нашим российским интересам, имея в виду тесную кооперацию с экономикой Украины. У нас только, понимаете, только в области оборонной промышленности на нас работает 245 предприятий Украины. Ну, представим себе, что завтра, что мы не будем брать продукцию. Что будет с предприятиями? Большинство из них просто встанет. Вы же не будете закупать авиационные двигатели для Ми-8. Их просто нет на Западе. Или не будете закупать двигатели для судов. Они не применяются в западной промышленности. Да и пробиться на этот рынок практически невозможно. Уж мы-то с вами знаем. Значит, там много других составляющих, я не буду время занимать. И мы доказывали с цифрами в руках, что вот этот документ нанесет просто большой вред. Мы предлагали, я хочу это подчеркнуть, хочу, чтобы вы меня услышали, абсолютно цивилизованным способом провести с нами дискуссию хотя бы по этим вопросам. Найти решение, что нам ответили, что нас это не касается. Вы меня извините, не хочу никого обижать, но такого снобизма я давно не видел. Нас с нами просто не стали разговаривать. Это не ваше дело. Ну хорошо, если это не наше дело, значит, мы доказывали и украинским партнерам, чтобы они посмотрели на результаты. Президент Янукович принял решение отложить подписание и провести дополнительные переговоры. Что последовало за этим? Государственный переворот. Ну, как бы там ни называть, революция, не революция. Это госпереворот с использованием силы, боевиков. Кто здесь на чьей стороне? Кто пользуется какими инструментами прошлого либо будущего? Надо к государственным институтам нарождающихся государств, к конституциям относиться в высшей степени аккуратно. Потому что иначе хаос. И вот мы его сейчас наблюдаем на Украине. Уже началась гражданская война и хаос. Кому это? Зачем это надо было делать? Если Янукович и так совсем согласился. Надо было пойти на выборы, и те же люди пришли бы сейчас к власти. Только легальным путем. Мы, как идиоты, платили бы 15 миллиардов, которые обещали. Держали бы низкие цены на газ. Дальше продолжали бы субсидировать экономику. И давайте прямо, вот здесь же все взрослые люди, правильно? Умные, грамотные люди. Запад поддержал государственный переворот антиконституционный. Ну, поддержали ведь, правильно? И не только пирожками пресловутыми, но и информационным сопровождением, политическим, да каким угодно. Зачем? Ну, ладно. И вы считаете, что мы в этом виноваты? Мы предлагали диалог, нам отказали в нем. Значит, что дальше? Ну, вот когда я был в последний раз в Брюсселе, мы договорились, что мы все-таки продолжим этот диалог. Это было еще до вот этого госпереворота. Вот сейчас господин Улюкаев вот напротив сидит. Уважаемый человек, по-английски сносно говорит. Значит, да, человек с абсолютно рыночными мозгами. Один из лучших наших специалистов в области экономики. Поехал для проведения консультаций. Ну, спросите у него в кулуарах. Сейчас я не буду говорить, но никаких консультаций, только лозунги. Опять ничего. Что дальше? Вот смотрите, госпереворот совершили, с нами разговаривать не хотят. У нас какие мысли? Следующий шаг. Украина в НАТО.
Нас никогда об этом не спрашивают. И диалог с нами, практика последних 2 десятилетий показывает. Никакого диалога. Говорят, не ваше дело, вас не касается. Мы говорим, приближается инфраструктура военная к нашим границам. Не беспокойтесь, это не против вас. Значит, завтра Украина может оказаться в НАТО, а послезавтра там уже могут быть размещены элементы противоракетной обороны США. С нами вот по этой теме тоже никогда никто не разговаривает. Говорят, не против вас, и вас не касается. Опять. Понимаете, мы уже устали от такой формы ведения дискуссии. Никакой дискуссии. Вы понимаете, что у нас возникают озабоченности, связанные и с экономическими вопросами, и с вопросами безопасности. Что нам делать? Значит, люди на юго-востоке Украины, в том числе в Крыму, были напуганы таким развитием событий. И граждане, проживающие в Крыму, выразили желание провести референдум по поводу возможного присоединения к Украине, к России от Украины. Значит, что мы сделали? Мы только обеспечили свободу волеизъявления. И я вам гарантирую, и сейчас я думаю, что вы со мной согласитесь, и подавляющее большинство людей в этом зале согласится. Да и в мире-то люди понимают, что происходит. Дураков-то нету на самом деле. Если бы мы этого не сделали в Крыму было бы хуже, чем в Одессе, где людей заживо сжигают. И никакого объяснения, там, осуждения никто не формулирует по-настоящему. До сих пор непонятно даже, кто это сделал. Значит, я имею в виду одесскую трагедию. Значит, вот теперь вы мне скажите, кто действует по-старому, а кто действует, исходя из складывающихся реалий сегодняшнего дня? Господин президент, все мы были удивлены тем, как быстро разрушились отношения между старыми друзьями по мере развития кризиса. Сейчас время проявить лидерские качества. Может быть, вы могли бы что-то сказать на данном этапе? Каким-то образом ободрить сторонников России на Украине, призвать их снизить уровень напряженности, насилия, призвать их снова начать демократический процесс, с тем, чтобы когда-то ситуация успокоилась. Мы считаем, всегда считали и сейчас считаем, и мое это глубокое убеждение, заключается в том, что любые столкновения, мы много раз об этом говорим, об этом и формулу эту повторяем, любые столкновения все равно заканчиваются переговорами. И чем раньше они начнутся, тем лучше. И поэтому мы всегда подталкивали противоборствующие стороны к началу прямых контактов. Вот первые контакты, в том числе при нашем непосредственном участии, они состоялись. К сожалению, ситуация усугубляется тем, что киевские власти продолжают проводить карательную операцию на юго-востоке. Ведь не останавливаются же боевые действия. Но посмотрите, уже применяют артиллерию, бронетехнику, танки. Эти снаряды попадают в жилые дома, гибнут уже мирные люди совсем, даже без оружия в руках. Но, конечно, мы очень рассчитываем на то, что эти прямые контакты, которые начались, приведут к каким-то положительным результатам. Вот я на это очень рассчитываю. Но, конечно, безусловным, без всяких сомнений, условием для того, чтобы можно было достичь такого результата, является прекращение насилия, от кого бы оно ни исходило. Вы сказали, что все мы взрослые люди, поэтому давайте говорить как взрослые. Президент Обама, как вы знаете, обвинил вас в неискренности, в том, что вы поддерживаете... Чтобы обвинять кого-то, он же не судья, он пускай идет тогда в судебную систему, там работает. Я думаю, что вы не точно все-таки сформулировали. Не думаю, что Барак меня в чем-то обвиняет. У него есть своя точка зрения на какие-то процессы, у меня есть своя точка зрения. Ну так что конкретно вас заинтересовало в его позиции? Президент Путин,
appear to now accept that the election will take place on Sunday. At least this is what I read. Во всяком случае, по письменным источникам, у меня сложилось впечатление, что вы согласны с тем, что на этих выходных состоятся выборы. Ну, вы понимаете, кто все это пишет, не вполне понятно. Но просто для нашей аудитории хочу спросить. Вы признаете легитимность выборов, которые состоятся на Украине в воскресенье? Сложный человек. Где вы его нашли? Он мучит. Значит, вы знаете, мы же понимаем и видим, что люди на Украине хотят, в конце концов, чтобы страна вышла из этого затянувшегося кризиса. И без всяких сомнений мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа. Будем, конечно, смотреть, что происходит. Вот, вы знаете, гораздо умнее было бы сделать то, о чем когда-то президент Янукович 21 февраля и оппозиция договорились в Киеве. Они о чем договорились? Провести референдум, принять новую конституцию и на основе этой новой конституции сформировать органы власти и управления, в том числе избрать парламент и президент. Вот сегодня будут проходить выборы президента Украины. Но в курсе вы или нет, строго говоря, по действующей конституции нельзя избирать. Потому что есть президент Янукович, который не отстранен конституционным способом от власти. Там всего четыре способа отстранения. Смерть, и я так полагаю, что его хотели, конечно, уничтожить. А второе, болезнь, которая не дает возможности исполнять обязанности. Третье, импичмент. Импичмент не был проведен в соответствии с Конституцией. И четвертое, личная отставка. Причем эту личную отставку президент должен представить лично ее в парламент. Ничего этого сделано не было. И, строго говоря, по Конституции он действующий президент. Но зачем самим себе создавать новые проблемы, которые наводят на мысль о нелегитимности будущих выборов? Не легче ли было провести референдум, обеспечить права людей на востоке и юге страны, сказать им о том, как будут гарантированы эти права, все это прописать в Конституции, провести выборы и чувствовать себя уверенно и спокойно, получив общенациональный мандат на управление страной? Но, значит, те, кто сегодня контролирует власть в Киеве, пошли по другому пути. Я хочу подчеркнуть, мы тоже хотим, чтобы в конце концов наступило хоть какое-то успокоение. И мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа. The front runner at the moment in the voting, I'm told, is Mr. Господин Порошенко сейчас является ведущим кандидатом. Он сообщил CNBC, что он будет готов сотрудничать с Россией в случае победы на выборах. А вы готовы с ним иметь дело, несмотря на то, что он выступает за более тесное сотрудничество с Европой? Мы же на бизнес-форум приехали, правильно? Давайте говорить конкретными категориями. 3,5 миллиардов, они нам должны. Пусть вернут деньги для начала разговора, так чтобы создать благоприятные условия. Простите, господин президент, я еще один сделаю заход, перед тем, как перейти к следующему вопросу. Я не совсем понял, вы будете готовы признать победителя на выборах и работать с ним? Я же сказал, что мы уже без всяких шуток, без иронии, мы хотим, чтобы в конце концов на Украине наступил мир, спокойствие, созданы были условия для вывода страны из кризиса. Мы заинтересованы в том, чтобы на нас на наших западных рубежах, наши, безусловно, я без иронии говорю, в братской для нас стране Украине наступил мир, порядок и спокойствие. И, конечно, мы сегодня работаем с теми людьми, которые власть контролируют, но после выборов, конечно, будем работать и с вновь избранными структурами. Но, знаете, вот чтобы было понятно, я надеюсь, что когда выборы пройдут,
будут приостановлены немедленно и всякие боевые действия. Диалог начнется с людьми. Но как мы вот, представьте себе, как мы будем разговаривать, встречаться, мирно беседовать, а там танки обстреливают гражданское население. Ну, они должны еще хоть что-то сделать в этом направлении. Или журналистов вот хватают. Схватили наших журналистов, держат там уже, значит, за стенкой гестапо уже третий день. Непонятно, что с ними происходит. Доступа к ним никакого нет. Ну что это за такие условия проведения выборов там? Ну это же, ну мы понимаем, что это не соответствует каким-то стандартам современным. Но бог с ними, пускай хоть так проведут. Ну, Президент, давайте перейдем к реакции международного сообщества. В 2009 году нас всех очень вдохновила перезагрузка отношений между Россией и США. Однако сейчас, похоже, перезагрузка провалилась. Что же пошло не так? Ну, вы знаете, это результат односторонних действий. Вот есть союзники Соединенных Штатов, с которыми можно действовать по правилу «кто не с нами, тот против нас». Можно сначала совершать какие-то действия, а потом подгонять все под это действие, создавать коалицию. Но Россия так не работает. Нужно договариваться заранее, следовать нормам международного права, учесть интересы друг друга. И в этом случае мы всегда были и будем надежным партнером. So, given the level of hostility, at least, that has to be played out in достаточно высокого уровня враждебности, во всяком случае, об этом говорят международные СМИ. Есть ли какая-то надежда, что восстановятся отношения с президентом Обамой и его администрацией? Ну, мы их не портили. Это, во-первых. Во-вторых, несмотря на такую острую риторику и разные диаметральные, может быть, диаметрально не совпадающие подходы к оценке острых ситуаций, тем не менее мы же сотрудничество продолжаем. Вот наши американские партнеры объявили о том, что они не будут с нами сотрудничать в военной области. Вот здорово, а где мы сотрудничали-то? Вот ну, проводили совместные там патрулирования в борьбе с пиратством. Ну так мы готовы дальше продолжить. Ну что, в наших услугах никто не нуждается? Нуждаются. Американцы по иранской ядерной проблеме. Очень острый, неурегулированный до сих пор является. У нас здесь разные точки зрения, в данном случае по Сирии, но все-таки мы сотрудничаем, надеемся, что и здесь будут найдены какие-то точки соприкосновения. Никто не отменял, я сейчас вот говорил в своем выступлении, на общей повестке дня по борьбе с терроризмом. Мы продолжаем работать и здесь. То есть у нас много совпадающих точек, которые представляют интерес для сотрудничества и для Соединенных Штатов, и для России. Мы самоизоляцией заниматься не собираемся. Но насильно мил не будешь, как у нас в народе говорят. Но мы все-таки надеемся, что здравый смысл и осознание собственных национальных интересов будут подталкивать всех наших партнеров и в Европе, и в Соединенных Штатах к продолжению сотрудничества с Российской Федерацией. Я, позвольте, задам еще один вопрос по этой ситуации с Вашингтоном. Президент Обама неправильно понял глубину чувств в России об Украине и о ситуации там? Или взаимоотношения уже разваливались из-за, например, Сноудена? Вы знаете, ну, что касается господина Сноудена, я уже много раз говорил. Мы не имеем к этой проблеме, ну, как бы прямого отношения. Вот он оказался на нашей территории. И я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать. Я же тоже в спецслужбах когда-то работал. Зачем они напугали весь мир? Если они уже с самолета сажали принудительно с президентами на борту, то с господином Сноуденом на борту они могли посадить в любом месте. Они напугали все страны. Он прибыл в нашу транзитную зону. Дальше выяснилось, что его никто не принимает. Понимаете, в чем проблема?
Если бы они бы не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в зиндане там, парился в тюрьме. Значит, они всех напугали, значит, он остался у нас в транзитной зоне, и чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдает борцов за права человека. Да. Ну, а что касается... На самом деле, вот и у вас реакция такая, ну, спасибо вам за эту реакцию, но на самом деле это правда, это не ирония никакая. Господин Сноуден считает себя борцом за права человека. Он так выстроил свою жизнь. Я даже не знаю, вот он же молодой парень, да, как он дальше будет жить? Вот я говорю без всяких шуток, без иронии, без всякой. Как он будет жить дальше? Ну, вот он у нас сидит пока, дальше что? Но он выбрал сам свою судьбу, понимаете? Мы предоставили ему только убежище, и все. Он никакой не агент наш, он нам секретов никаких не выдал. Разбойник мог бы что-нибудь рассказать, на самом деле. Мы все-таки ему бы убежище предоставили. Но он ничего не говорит. Он выдает только по каким-то только ему известным каналам, там, когда посчитает нужным что-то опубликовать. Вот и все. Значит, что касается Украины, я думаю, знаете, в чем проблема? Что для нас это жизненно важно. А в Америке вопросы по Украине решались на техническом уровне. А я лично занимался всей этой проблемой. И все, вот многие, кто в зале сидел, сами лично, первые лица занимались. Потому что для нас это жизненно важно. Для Америки, наверное, не так. Но вообще общее все-таки, общий стиль все-таки должен быть такой, чтобы у нас наладился прямой доверительный диалог с учетом интересов вот, друг друга. Вот я же не случайно сказал, вы же знаете это все. Вот специалисты, которые следят за развитием международных отношений, знают. Это же каждый день в прессе. Мы постоянно высказывали озабоченность по поводу расширения НАТО на восток. Но с нами же никто не считался. Ну, просто говорят, это право любого народа выбрать способ обеспечения своей безопасности. Ну, конечно, право народа. А почему нас лишают тогда права оценить те или другие действия с точки зрения нашей безопасности? Ведь много способов обеспечения безопасности. Ну, скажем, можно просто, Соединенные Штаты могли заключить двусторонний договор о дружбе и взаимопомощи, в том числе военный. В чем качественная разница вот такого договора и вступлением в страны в НАТО? Да никакой разницы, по большому счету, нет. Но единственное, что можно заставлять страны-члены Альянса там деньги вкладывать в общий военный бюджет, но они и все равно не вкладывают. Знаете, да, что уровень трат стран Альянса гораздо меньше, чем в самих Соединенных Штатах. Штаты все время поддавливают, но это не очень получается. Вот. А по ПРО то же самое происходит. Нам все время говорят, вот это не против вас. Президент Медведев, который очень много сделал для выстраивания отношений с Соединенными Штатами, его же инициатива была, он сказал, ну давайте хотя бы бумажку, никчемную на самом деле, бумажку юридическую подпишем, что это не против нас. На бумажке просто скажите, напишите то, что вы говорите устно. Нет, напрочь отказались. Ну, слушайте, какой же это диалог? Так общие слова. Вот если мы все-таки найдем себе силы разговаривать друг с другом откровенно, по-честному и учитывать законные интересы друг друга, то качество отношений, конечно, изменится в лучшую сторону. Но я оптимист, я не теряю, в общем, уверенности в том, что сейчас вот ситуация там в Украине так или иначе когда-то успокоится, и мы найдем в себе силы для того, чтобы нормализовать отношения. Господин президент, я хочу перейти к экономике и немного поговорить о условиях для бизнеса в России, о том, как некоторые санкции, которые были наложены Западом, возможно, имеют какое-то воздействие
Может быть, мы обратимся к экспертам, которые работают с российскими компаниями и инвестируют в них. Я хочу, чтобы они тоже поучаствовали и задавали вам вопросы о том, как они, им работается в России. В прошлом году Ангела Меркель сидела здесь, на этой сцене вместе с вами. И в конечном счете санкции все-таки были наложены. Сейчас многие компании думают, как они получат финансирование, как это повлияет на предоставление кредитов иностранными банками. Я хочу очень короткий вопрос вам задать. Каковы ваши мнения о том, как на экономику непосредственно повлияли санкции? Вы знаете, я дал свое видение того, что происходило на Украине. Я считаю, что все, что там произошло, в значительной степени ответственность за это лежит на наших европейских и американских партнерах. Они поддержали этот госпереворот и погрузили страну в хаос. А теперь хотят на нас переложить ответственность, и чтобы мы за них эту, ну, убирали там то, что они нагадили, понимаете? Значит, это, на это и санкции рассчитаны. Но пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей, и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтрапупить как следует. То есть наказать их. Непонятно за что. Я бы на их месте давно подал в суд, потому что они не имеют отношения, значит, к событиям на Украине, в Крыму, и выбрали для как специально двух евреев и одного хохла, понимаете? Ну, как издеваются все равно. Значит, ну да, это мои друзья. Вы знаете, я горжусь, что у меня есть такие друзья. Они абсолютно патриотично настроенные люди. И их бизнес ориентирован на нашу страну. Нанесли эти санкции им ущерб или нет? Нанесли. Надо прямо сказать. Да, нанесли. Ну, они тоже предприниматели с известным опытом. Еще до введения санкций они все свои деньги вывели в Россию. Так что за них особенно не переживайте. Но в целом они все равно, их бизнес понес определенный ущерб. Я считаю, что это несправедливо и незаконно, что самое главное. Ведь санкции могут накладываться на страну по решениям Совета Безопасности ООН. Никакого решения Совета Безопасности ООН нет. И в этом смысле эти санкции абсолютно незаконны. И, конечно, ухудшают наши межгосударственные отношения. Нам говорят вот о каком-то там еще третьем, может быть, пакете санкций. У меня возникает вопрос. А в связи с чем? Вот, ну хорошо, что-то не понравилось нашим партнерам в определенной стадии развития кризиса, в том числе связанной с Крымом. Санкции приняты. Теперь нам пытаются вменить в вину еще что-то. И говорят, будет второй пакет, третий пакет. Вот я не очень понимаю, а в связи с чем? Вот совсем недавно в Таиланде было землетрясение с человеческими жертвами. Может быть, мы тоже в этом виноваты? Но на Украине разгорается гражданская война. Ну а мы-то здесь при чем? Вы понимаете, вот это попытка, что называется, с негодными средствами. Но и она, конечно, дестабилизирует ситуацию в наших отношениях и в экономике и с Соединенными Штатами, и с Европой. Но с Соединенными Штатами у нас общий объем товарооборота 27,8, что ли, миллиарда долларов всего, а с Европы 440 миллиардов долларов. Разница колоссальная, как мы видим. И настаивая на применение санкций в отношении России, у меня такое даже подозрение, что, может быть, наши американские друзья, они изощренные ребята, так? Они, может быть, хотят даже получить определенные конкурентные преимущества в своих торгово-экономических связях с Европой. Но я других побудительных мотивов, таких серьезных, глубоких, я просто не чувствую, не понимаю.
Но рассчитывая, что здравый смысл возобладает, и никакого ущерба нашим торгово-экономическим связям нанесено не будет. А мы со своей стороны все уже исполняем. Значит, вот если поговорить о том, какой реальный ущерб, есть он или нет, он есть все-таки. Для экономики в целом, в чем он заключается? Ну, допустим, доступ к ресурсам ухудшился для наших компаний. Еще какие-то такие системные вещи. Но пока это все не имеет такого серьезного, системного, негативного влияния на нашу экономику, надеюсь, что этого не произойдет.